Жителей областного центра встревожила новость о том, что трамваи в городе приостановят движение. По информации транспортной компании, данная мера вызвана необходимостью ремонта трамвайных путей. Насколько затянется ремонт и что предпримут городские власти для того, чтобы избежать транспортного коллапса, узнавали наши корреспонденты. Не секрет, что трамваи в Искаменогорске нередко ломаются и уходят на ремонт, а порой встают прямо на рельсах, мешая автомобильному движению. Понятно, что нужно обновлять и подвижной состав. В этом направлении у руководства городской транспортной компании есть определенные планы. Уже ведутся работы по закупу 4 новых вагонов. Кроме того, будет проведена модернизация трамвайных путей в створе улиц Мызы и Казахстан, а также на улице Нурмагомбетова и предмостовых съездах. Всего в этом году планируется заменить 1800 метров путей. Первым этапом мы заходим на самый аварийный участок, это улица Казахстан. Последние ремонты там делались по сохраненным документам в 91-93 годах. И то это было частично. Конечно, провести ремонтные работы без ущерба движению пассажирского транспорта не представляется возможным. Минувшим вечером трамвайное движение во всем городе было остановлено как минимум на неделю. Такое решение не могло оставить равнодушными горожан, которые ежедневно, к примеру, добираются до работы именно на трамвае. Планируем завершить и пустить движение к началу следующей недели, понедельник. Но на всякий случай закрываем все-таки на 10 дней. В случае, если мы что-то не успеем или погодные условия не будут позволять работы продолжать, то мы тогда уже будем продлевать этот срок, но не более 10 дней. Прорабатывали вопрос курсирования трамваев по 5-6 маршруту. Но так как у нас вагоны ломаются, это не секрет ни для кого, соответственно, мы их в парк для ремонта не сможем забуксировать, потому что вот эта линия, ветка вот эта будет разобрана. Как только мы закончим это направление, ну, в сторону парка от Кабанбай-Батыра, мы будем оставлять курсировать вагоны, которые будут связывать защиту и промышленные зоны. Потому что закрытие будет несколько раз за лето по поступлению материалов. Для того, чтобы облегчить жизнь искаменогорцам, в городском акимате решили пустить замещающий автобусный маршрут на период остановки трамвайного сообщения. Так, автобус номер 15 будет курсировать от остановки УК «Вокзал» до остановки «Защита». Как обещают в акимате, на линию выйдет 6 автобусов. Они будут ездить со средним интервалом 15 минут. Кроме этого, на участке улицы Казахстана от трамвайного парка до улицы Кабанбай-Батыра в ночное и вечернее время будут частично перекрывать автомобильное движение. В администрации областного центра просят с пониманием отнестись к временным неудобствам. Анна Котрева, Ельнур Нурайканов, Алтай Акпарат.